Хоккейный клуб «Югра» потерпел третье поражение на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге. Очередным обидчиком югорчан стали хоккеисты из «Канева». Питерские хоккеисты дважды забросили шайбу в ворота «Югры», на что зелено-сине-белые ничем ответить не смогли. Итоговый счет 2-0. Напомню, что на предсезонный турнир имени заслуженного тренера Валерия Шилова приехало 6 команд. Югорчанам осталось сыграть 2 матча. Сегодня подопечные Вадима Япончинцева выйдут на лед против хозяев «Динамо СПБ».